пройти в два раза больше белья, чем порошком. Гель Персил. Номер один по продажам в России. Попробуйте летнюю коллекцию Персил. Беспокоит животик нашу зайку. Сплошное расстройство. На цепол. Выручайка. Так пусть микрофлора в норму вернется. И наш малыш наконец улыбнется. На цепол. Бактерии быстрого реагирования. Программа «Известия». Мы продолжаем. Руферы в Петербурге снова отличились. На этот раз они штурмом взялись видео. Судя по всему, дело было 9 мая. С высоты виден праздничный салют. В комментариях к этим кадрам любители экстрима похвастались, что восхождение совершили прямо под носом у военных. На историческую достопримечательность они забрались по водосточной трубе. Напомню, далеко не первый выход для петербургских руферов. Так, на днях они пожарили шашлык на крышу другого высотного здания в историческом центре города. И каждый раз они избегают ответственности. А в Китае любители прогулок под облаками стал национальным героем. Домой возвращается Ся Го Ю. Ему 70 лет, и у него нет ног. Но это не помешало ему покорить Эверест. Спортсмена встретили в аэропорту Катманду, где его сразу же смогли осмотреть медики. Восхождение было сложно.